Всем привет! Это снова мы. Сейчас мы вам покажем, как вскрыть большой электродвигатель, в народе называющийся поросенок. Вот он. Его мы откопали еще когда было тепло, оставили на зиму. Вот такой вот он, килограмм 100 весит, побольше. Здесь была крышка, и это мы сняли весной. Весной? Осенью. Ну да, мы когда откопали, сняли крышку, поглядеть, есть ли там внутри медь. Снималась эта крышка вот так, смотрите. Так, для начала обрезали вот эти болты, здесь некоторых, снимем вот эту крышку и вот эту крышку. Поглядим, чего в нем. Вот так потом кувалдой разбивается крышка. В бочку закидывай. Вот так вот, крышка снята, разбита. Вот, теперь дальше. Теперь будем снимать ту крышку с этой стороны. Теперь у нас осталось вот это вот. Здесь вот болты крепят вот эту штуку вот такую. Вот ее тоже надо снять. Сейчас мы отпилим, попробуем вот здесь болты. И потом посмотрим, что будет дальше. Здесь у нас горит костер, мангальчики, который мой друг сделал своими руками. Привет, Вова, заходи. Вот теперь ход пошла кувалда, сбивается вот эта вот часть. Вот, образовывается вот здесь уже трещина, вон она. Сейчас мы принесем некоторые инструменты. Здесь вот такие вот у нас зубила есть его. И вот такой клин, которым колят деревья. Дрова, то есть пни большие. А парень одет в костюм сварщика, советский, лежал на складах. Вот такая здесь эмблема. Вот такой крутой костюм. Теперь бьем клин, вот туда вот вставляем. Крышка должна светить, по идее. По идее должна, крышку эту нам надо снять. Ну, здесь чугун, и отскакивает чугунные части от него. Вот половинка отлетела. Вот здесь такая вот какая-то часть, вон она. После сильных ударов кувалдой. Скоро наш шашлычок там подойдет. Совмещаем приятное с полезным. Здесь пошла уже трещина. Вон она. Мотор потихоньку разбирается. Почти сам. Так, ну вот. После нескольких ударов, нанесенных вот такой большой кувалдой,
мотор дрогнул и дал трещину. Отлетел кусок. Вот она наша медь. Вот она внутри. Вон она. Посмотрим. Сейчас добьем, поглядим, сколько там килограмм меди, взвесим. Вам покажем. Не переключайтесь. Взломщик пришел. Ух, там столько грязи. Потом веником надо. Дальше ломать будем? И у нас обломается все. Так что здесь в земелька. Опять лом. Не лом, кувалда пошла в ход. Сейчас перевернуть. О, какая толщина. Вон куски. Толщина вон какая. А чугун пористый. Чугун хороший. Советский. Поэтому лопается хорошо. Медь. Да, я уже показал, вот она, вот она. Сколько ее в нем, да. Никто не знает. Сейчас мы разгадаем эту тайну. Не переключайтесь. Куда сейчас лопнет? Ха-ха-ха. Все. Вот так вот. Крышки снят. Снят. Этот приблудас. Вон кучка чугуна. И вот. Осталась вот такая. Бьем по этому ротору. Он не снимается. Облегчилось намного. Стал легче. Намного мотор. Ну, земли сколько высыпалось? Земля он из нее сыпется. Так, ну сейчас мы его вот так вот попробуем распилить. Поглядим, что дальше будет. В общем, пилим, потом покажу. Ну вот, кусок отпилен. Вот такой сверху. Весит он килограмм 15, этот кусочек. Ну и так сейчас еще, наверное, кусочек выпилим. Да? Не будем его обжигать пока с другой стороны. Посмотрим, чего будет дальше с ним. Обычно мы кладем его в костер, он весь выгорал. И все разбиралось. На середину еще выбивали, а тут она не выбивается. И середина не выбивается. Прижаялась. Так что... пилим дальше. Пилим дальше, но одновременно еще у нас тут жарится вкусное мясо. Так что все совмещаем. Вот один раз бум, и все, крыша съехала у мотора. На три части. Теперь осталась вот эта штука. Сейчас будем думать, что с ней делать дальше. Такой был большой мотор. Да, и что-то стало, там так мало меди в нем, кажется, да? Меди-то много. Вон то и салфетки попадали. Так что вот такой мотор стал после некоторой доработки. Облегчение. Да. Итак, он весит еще 50 точно весит килограмм. Ну вот. Такая получилась картина у нас. Остатки мотора и вот эта штука. Оставили ее на завтра. Неохота в темноте возиться. Завтра продолжим. Вот, наступил следующий день. Теперь пилим.
болгаркой вот так отпиливаем всю эту медь. Вот она отходит. И складываем ведерко. Вот. Отпилим сейчас с этой стороны. С этой стороны. Потом обожжем. А с этой оставим, чтобы вытаскивать, а там мы не вытащим. Да. Потом обожжем с этой стороны. Опиливаем. Потом положим в костерчик. И обожжем. А потом вот эти куски оттуда будем выдергивать. Да. Так что продолжаем вскрытие поросенка. А это заодно здесь валяется от холодильника мотор. Вот так его пополам, вот так пополам его распилили. Вот здесь крыша была вот такая вот. Вот такая крышка. Ее. И вот она, вот эта часть сама вываливается. Вот. Ну и вот там медь тоже есть. Сейчас его тоже в костер. Вот такой у нас тут сложился костерчик. С нашими моторами еще там все эти запчасти. Сейчас запалим. Вот они. Жарятся наши моторы. Мотор, вот он обжигается. С остальными запчастями. Горит плохо. Но ничего, там внутри все подгорело нормально. Ну, заодно распилили еще вот такая у нас в одном из фильмов находилась, была найдена такая вот шестеренка, внутри железо, а снаружи латунь. Вот распилили, вот так как золото сначала думали, но оказалось латунь. О. В общем, вот эти три кусочка вот весят 9 килограмм. Латунь, не знаю почем, было 250 рублей за килограмм. Вот уже 2000 рублей, так как бы, не напрягаясь. А в это время мотор пожарился основной. Вот оно, дымится. Там еще два маленьких тоже дымятся. Сейчас будем выдергивать оттуда проволоку медную. Ну и вот так теперь потихонечку проводочки сначала по одному пассатижиками, и так вот они оттуда оп и потихонечку вылезают. Мы их скручиваем и в ведро, и в ведерко. Вот уже почти целое ведро, пока взвесили, 5 килограмм есть уже. Куда-то вот ведро-то. Да я взвесить хочу, посмотреть, сколько вот одна стоит, ну весит эта штучка. На, ну вот одна такая проволочка, сейчас взвесим, сколько весит. С одной ячейки. Двести грамм она весит. Вот, 230 грамм одна такая. 100 грамм и будет килограмм. Продолжаем. А здесь этих ячеек очень много. В два ряда еще они идут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16. По счету можно сбить. Очень много. Дербаним дальше. Пока выдергивали, придумали лайфхак. Выдергиваешь вот эту вот, они хорошо идут с обрезанной стороны, ломиком чик. Такая вот у нас есть монтировочка. Потом вяжем петлю и вот так вот ломик вставляем. Вставляем лом. Оп, оп. И вся вот эта связочка
выдергивается. И так вот их по чуть-чуть. И ведерко-то наполняется. Выдергиваем дальше. Ну вот и все. Мотор разобран. Получилось вот ведро меди. Сейчас вот докрутим здесь чуть-чуть и взвесим, покажу, сколько меди в таком большом электродвигателе. Итак, вот 13,5 килограмм. Ну, ведро 500 грамм, ладно. А, 13700 было, да. 13700. Ну, где 13,5 килограмм меди. Такого большого электродвигателя. Ну, и электродвигатель еще. Так, 13,5 килограмм, это примерно 5800. И еще на 2 плюс, железа. Ну, где-то 1000 на 2 железа. Вот 7, почти 8000 получается такой большой мотор в разобранном виде. Напомню, вот эта шестеренка, это не с мотора. Это отдельно найдено. В ней 9 килограммов латуни. И 5, килограмм 5. И килограмм 5. Железо. Чернилы. Латунь мы не знаем по сколько. Латунь, наверное, за рублей под 300. Ладно. Вот так вот мы его и вскрыли. Сдавать мы не поедем. Уже так смеркается. Пора нам домой. До новых встреч, друзья.